Всем привет, ребят! Очередной Коля, очередной роллинг на аккаунте моего подписчика Сергея. Сегодня мы будем ролить недостающих героев. Недостающих у него героев очень много. Аккаунт бездонатный, что самое интересное. Сейчас у меня уже башка трещит от этих роллингов. Скажу, что надо. Так, Фрейя, Бигфут, Анубис, Стрелок, Ворожей, Асура, Афина, Повелитель, Седна. Вот так вот, ребят. То есть надо очень много всего выбить. У нас есть 67 тысяч, но мы оставим 7 тысяч, плюс там на складе у него есть. В общем, у нас роллинг на 60 тысяч. Находится он в гильдии Торг. Вот такое вот гильдия Торг. Прикольное название. Первые и вторые места битвы гильдии атака фортов, босс третий 20.00, форты в 12, битвы гильдии проходим все. Вот так вот, то есть не пропускайте, если кидаете заявочку, вступайте. Василий в среднем 100-150 тысяч, можете смело кидать заявку. Так, ну давайте посмотрим его алтарь, что у него есть, чего ему не хватает. Мы уже знаем. Так, Рину неплохо, талантики, да, с талантиками, как он сказал, тут беда. Ну, аккаунт бездонатный, чему тут удивляться. В общем, на таких аккаунтах очень весело ролить, потому что тут очень надо много недостающих героев, и все они будут желанные. Так, окей. Окей, поехали. В общем, будем сейчас пробовать на 60к что-то выбить. Ну, мы по-любому что-то выбьем. Сразу же ара падает. А места-то на складе нет. Так, королева Гарпий, Влад Дракула. Ну, начало неплохое. Да, вот так вот сразу же нам падает Рину. Но Рину у него уже есть. Один из таких востребованных, скажем так, героев. Так, королева Гарпий. Валька. Смерть. Блин, да что такое? Одни магазинки падают. Что за подстава? Дрейк. Ну, хоть склад прокачаем. Просто жесть. Выролили всех героев, в общем, на предыдущих аккаунтах. Тут уже ничего не падает. Ну, а Сурик, в принципе, ну, такое. Недостающий, поздравляю. Поехали дальше. Давайте следующую легенду выбиваем и идем в рейд. Потому что это что-то, ну, вообще печально. По сравнению со всем остальным. Видите, люди все-таки умеют копить самоцветы, но и пишут, это нереально, это не то. Ну, люди есть, собирают. Так, друид. Варлок. Ну, а где имба герои все, куда они делись? Просто капец. Рэндом издевается надо мной. Нифига себе, сразу три рыцаря. А чё ж не три легенды топовых? Посмотрите на это издевательство, это просто пипец. Так, Фрэнки. Ну, Фрэнки у него, по-моему, есть.
Вот так вот. Отличненько. Бигфутик у нас есть. Недостающий герой. Паладин, ведьма. Блин, ну конечно на склад. Но ничего не поделаешь. Дед Мороз. Еще один Рину. Малышник. Ну, рандомчик. Ну. Не знаю, как видите. Не всегда все бывает так, как хочешь. Поехали, сделаем кое-что. Кое-что плохое. Ну, не очень плохое, но... Интересное. Те, кто знает, что это, те в курсе. Так, окей. Есть. Окей. Так, забираем плюшки. Ну, я забрал ему там на рынке скин. Так, чтобы многие понимали, там скин еще еженедельный забрал. В общем, решил немножко ему подсобить. Давайте заберем здесь плюшки. И попробуем еще тут решивать немножко. Надеюсь, у нас получится сейчас что-то все-таки выбить интересное. Ну, в принципе, мы выбили Бигфута. Ну, хочется, например, вот выбить Афину. Вот этого я понимаю, поздравляю. И вот так вот нахуй, блядь. И Фрея еще. Вот это то, что надо было. Я так и знал, что там упадет Фрея, ребята. Тут все под... проплочено, прокручено, там накручено. Не знаю, как это хотите называть, но конячка пришла удачно. Поздравляю. Поехали дальше. Иго-го она сделала. IGG, а у нас просто иго-го. Так, ну еще один Фрэнки. Все, давайте теперь попробуем ему паролить талантики. В принципе, то, что надо было, мы ему выбили. Выбили даже вполне. Так, 21 тысяча у нас есть. Поехали, подкрываем наших новых героев. Так, Рина у него есть. Афина. Бигфут. Нифига себе. Не хватает места на имбо героев. Ты что? Ты чего? Так, ну придется это посливать все. Так, где там его арташки эти? Раз, два, три. Солью троих. Ну так надо. Поехали. Бигфут. Рея. Все по высшему раскладу. И Асура. Так, ну сейчас еще гляну. Сетной не хватает. Ворожея, блин, кстати, не хватает. Стрелок Фрея у нас уже есть.
Повелитель буря. Ну, все остальное у нас есть. Ладненько, поехали ролить талантики. Давайте на ком-то. Давайте посмотрим, что там у нас за герои выбились. С какими талантами. Так, понятно, понятно. Понятно. Давайте на Фрейе будем пробовать. Вдруг да что-то получится. Печально здесь все с талантами. Конечно, с первым не сравнить. Так, разбросик. Ну, такое себе, я вам скажу. Разбросик, разбросик, разбросик. Где твой душек? Новый талант, конечно, прикольный. Как же он сейчас кайфово падает. Вот так вот, ребят, собираем отсюда все. О, нам там чуть-чуть не хватило. Чуть-чуть нам не хватило. Сейчас попробуем добить уже окончательно. Так, есть. Отлично. Давайте еще все-таки не таланты, давайте так рольню. Ну. Печалька, печалька, печалька. И это печалька. Ну, в принципе, повторочка, хотя когда он писал, ему нужна Афина, в принципе, ему нужна повторка Афины, значит. Ну, такое, самое главное, что мы выбили Бигфута, Фрейю и Асуру. И это очень и очень круто. Что, ну, поздравляю, надеюсь, ты будешь довольным. Конечно, по талантам полная жопа получилась. Я думал, все-таки будет получше. Но мы сейчас еще коробочку заберем. Такое. Поехали, плюшки пооткрываем. Две коробочки у нас есть, да?
Талантик. Ну, в принципе, таланты есть на героев. Он уже сам определится, обзоры посмотрит. Так, два сундука. Окей, раз, два. Бастион и грубая сила. Ну, огонь. А тут раз, два. Нормально. Так, это что, третья карта с этой акции, что ли? Да, ну, блин, поехали. А почему нет? А вдруг да и повезет. Так, окей, выбрать. Стойкость, ну, такое. Я даже не знаю, стойкость поставить на первое время, наверное, сюда. Атакующий талант. Бля, обидно будет, если сейчас выпадет атакующий талант. Огненная защита. Пусть так стоит, поставит, в принципе, потом сюда. На бига, и биг будет у него очень-очень неплохой. Так, окей. Поехали. Трах тебе дох. Блядь, Рина, ну чё за подстава? А тут трах тебе дох. Еще один бигфут. Ну, повторка, в принципе, и так хорошо. Ну что, поздравляю, еще даже не крыло. Сейчас выбьем 10 осколков, вот так вот. Начало, хорошее начало. Сейчас посмотрим, что по осколкам. О, 22 осколка. В принципе, все, поздравляю. Вот такой вот у нас был роллинг. Не знаю, в принципе, удачный. Выбили недостающих топовых героев. По талантикам лажа, как я уже и сказал. Ну, это такое. Все, пишите комменты, подписывайтесь. Всем удачи, всем пока.